Ах, как хорошо в бане. Пахнет вкусно. Все идет как по плану, как по маслу. Вообще все прекрасно. Теперь можно в воде. Так, залезь туда. Фу, хорошо. Всем привет, ребята. У нас сегодня новая серия выживания, да. Вот так. Я вообще сегодня хотел выпустить дежурного, но я не знал, про что там снимать. Не знал. Типа, думаете, дежурного? Дежурного, да. Вчера вышел видос про дежурного, но мне пришлось его удалить. Вся информация в моем телеграме. Сразу, ничего тут объяснять сейчас не буду. Вся информация в телеге. Боже, я испугался. И, да. Как сказать? В той серии дежурного, я работал на самом маленьком переезде. И если сегодня снимать опять тот же самый видос про самый маленький переезд, то это будет как-то тупо. Потому что уже там около 30 человек посмотрел тот видос. Но он был удален. Некоторые успели его посмотреть. Не повезло. Просто все... Я захотел сделать выживание. Обзор модов еще можно было снять, но я не знаю, про что делать обзор. Не знаю. Ну, я попробую какой-нибудь дом классный найти и обязательно вам покажу. Ну, а во-вторых... Подожди, о чем я сейчас говорил вообще? А, снайперы. Снайперы, я не знаю, по какой-то причине я просто не захотел снимать, не знаю. Ну, не захотел его снимать сегодня. Вот решил опять выживание. На прошлой серии вы набрали около 1000 лайков. Ой, 1000 просмотров. 1000 просмотров. Офигеть. Так, вон, жители уже спят. Давай спать, все, наконец-то. Так, все, я проснулся с собаки. Нормально, блин, у меня даже еды для вас, что ли, нет? Серьез. О, собаки, простите, но сегодня вы плохо... Нет, у меня еда же должна быть. Хоть какая-то, ну, есть же. Нет, а, у меня... О, вот это прекрасненько. Кушат, оба-на. Эть. Все, покушали, молодцы. Так, ну что ж. Я в прошлой серии говорил, что я хочу построить домики для жителей. Да, хочу. Кстати, я что, я без брони хожу, лучше одену. У меня почти сломались ботинки. Сначала я их починю. И вообще было бы по-хорошему сегодня броню зачаровать. Но броню я пока не хочу зачаровывать. Так. А, подожди. Опа. Няво. Мне еще во, и, кстати, прям ровненько на нагрудник. Давайте. Блин, не знаю. Да ладно, давайте. Нет, ничего нет. Возможно, я и зря истратил, но мне пришлось. Ну что? Ну, во-первых, сегодня мы, может, в ад даже отправимся или не? Ну не, в ад не отправимся, потому что там ничего интересного. А, и сейчас соберем у нас тут грядочки. А, еще я вчера, да, или когда? Вчера или позавчера, не помню. Я добавил новых подписчиков. Это вот пчел и вот этот аккаунт, это тоже, скорее всего, от вот этого пчел, я не знаю, как это называется. Это вроде его тоже аккаунт, потому что там одна и та же аватарка. Еще один такой же. Я не знаю, как это прочитывается, так, ну, вы видите сами. Вот это вот и Foxplay, какой-то Foxplay. Да, тут вообще кот гуляет. Посмотрите прошлую серию, кто не смотрел, потому что мы в этой серии, мы в прошлой вон той серии делали баню. И баня получилась очень прикольная. Ладно, давайте сейчас быстренько соберем. Вот я забыл про морковку, которая здесь растет. Я забыл про нее. Так, давайте соберем. Давайте, ладно, сейчас соберем все. Сколько у меня? 6. Ё-моё. Да, включайся. Я просто не понимаю. Вот этот зеленый кружочек мне бесит. Он мне не дает отключить. Слава богу, отключил. Да, я таки думал, что тут еще одна пшеничка и семена лежат. Все, давайте засаживать заново. Засаживаем. Опа. Оба-на. Во. Еще 4 не хватает. Ну, блин.
Может, собрать? Ну ладно, сегодня не так. Есть только несколько выборов. Построить домики для жителей. Пойти в ад. Или построить что-то еще. И если что-то построить, то надо подумать, что. Было бы реально хорошо построить для них домики. Или просто улучшить им дома. Вот реально. Сделать хаос жителей. Хотя им вроде и тут нормально, не знаю даже. Надо подумать. Я вспомнил. Кстати, видите коров? Логично же, что они не могут так жить. Потому что вокруг меня лес. По логике, в реальной жизни, если бы так были животные, вот так вот, в этих вот таких заборах, то сожрали бы их волки. Или какие-нибудь собаки. Хотя собаки вряд ли бы, но волки большая вероятность. И давайте рассуждать логически, вот серьезно. Они не могут здесь жить, они в реальной жизни, они бы, скорее всего, просто бы перепрыгнули через этот забор, либо просто его бы нахер сломали. Я решаю в этой серии сделать сарай для вот этих вот коров. Потому что такой забор им точно уж не подходит. Давайте же начнем. Начнем, погнали. Сейчас мы подобудем пару дерева. Подобудем, погнали. Фу. Завтра, возможно, ребят, ролика не будет. Но это маловероятность. Но я думаю, выйдет. Думаю, выйдет. Попытаюсь выложить. Да. Переходите, ребят, в мой телеграм. Я там выкладываю, во-первых, моды. Во-вторых, там вся информация. Там все такое. Я там публикую видос. Который, вот сейчас, который этот видос выйдет, который я сейчас снимаю. Я его скину в свой телеграм. Чтобы вы могли по ссылочке перейти. Чтобы вы знали, что видос уже все на канале. Все. Мы это знаем. Так что вот, там все. Ё-моё, зависло. Опа. Опа-на. Если вы хотите попасть на вон ту вон стенку, то обязательно пишите. Просто можете и обычно комментарий написать. Можете и так. Фу. Погнали. Буду пытаться ролики где-то 8-9-7 часов выкладывать. Хотя я говорил, что в 6-7-5 буду выкладывать, но подумаю под вечерок. Так, а зачем я сюда вообще шел? Я вообще не туда пошел, не туда. Сейчас поем и пойдем строить на вон то, вон да, месте. Построим маленький такой сарай, да? Да. Потом вообще надо будет растительности добавить, а то вообще у меня пусто, вы заметьте. Где будем делать сарай? Давайте вот здесь вот. Да, вот прям здесь. Ем. Опа. Мы тут ничего ломать не будем. Так, нет, тут нет. Нет. Блин, может еще камень будем использовать? А ведь реально, давайте камень еще использовать. Сейчас пойдем сюда. Здесь можно какие-то тут камень? Да, вот здесь вот добуду. Думаю, никто не обидится. Опа. Потому что это единственная рядом такая мини-шахта, которая помогает мне с добычей камня. Сегодня чувствую, мы очень много камня добудь. Я прям только что о железе подумал. Тут железо. Почему мы раньше об этом не знали? Кстати говоря, можно тут будет тоже сделать домик, как бункер. Хотя тут тоже вот тут такой мини-бункер. Но это дом. Который будет в будущем, хотя это и уже дом. Сделать мне именно тот домик, скажем, запасной, чтобы если мой дом каким-то образом взорвали бы криперы, то у меня есть сразу запасной дом. Сейчас тут раскопаем, потом в будущем, наверное, сделаем бункер. У меня этот видос был уже на канале, где я делал бункер. Думаю, олды моего канала знают. Так что вот. Так вот. Фу-пу-пу-пу-пук. Добываем камень. И вообще надо идти опять за алмазами, так как у меня кирка уже вон потихонечку ломается. А я не хочу этого. Было прикольно, если бы зачем там на починку, на прочность.
Потому что обычная такая кита, она что там она у меня? На эффективность. Куда весь камень попадает? Во! Вот так вот пусть будет. И у меня есть земля? Нет, у меня нет земли. Ну, думаю, пока столько будет достаточно. Да, как я и говорил, здесь и начнем. Значит, подожди, давай вот. Вот так, вот так, вот так. Угу. Вот. Так. Опа, опа, опа. Так, надо на один блок повыше сделать. Тихо. Тихо. И опа. Так, прекрасно. И вот здесь. Да. Так, теперь нам... Может, давайте, может, из этого реально сделаем, типа, как это будет смотреться? Не, ну, в принципе... Не, давайте здесь у нас не будет. Здесь у нас не будет. Вот здесь вот... Давайте, сейчас, подождите. Тут у меня вот в бане есть верстак. Сейчас возьмем. Да ема. О, в бане, хорошо. Где тут верстак? Вот верстак. Так. Опа. Так. Оба-на, прекрасно. Так, я могу по-хорошему... Да, давайте две сделаем вот так. Все, погнали. Прекрасно. Сейчас сделаем им сарай. Мне так кажется, если бы тут был бы бык... Если в Майнкрафте добавился бы бык, и он бы, типа, если... Было бы прикольно, если реально добавили быка, и, типа, когда ты его хотел приручить, он бы бодался, типа, бил. Урон бы получил. Это было бы прикольно, потому что только коробу это нелогично. И опа. Побежали дальше, ребята, строить. Не. Так, мне еда нужна. Мне еда нужна. Блин, мне так нравится мой скин. Обожаю свой скин. Блин, а чё я так мало сделал? Мне тут максимум надо где-то 6 где-то, да? Вот так, да? Я даже поменьше сейчас, подожди. Опа. Так, значит. Так, надо сейчас подумать. Ага. Ща. Прекрасно, вот еще. Значит, сделаем вот так, вот так, вот так, и вот так. Так. Я еще вроде, да, на моем канале, когда я тоже выпускал выживание, у меня там тоже был сарай. И вот. На этом месте тоже надо будет что-нибудь построить. Прям наша, так скажем, деревня, вот рядом деревня, надо будет в будущем, если конечно получится, мы снесем эту деревню. И построим новую, потому что... Деревня, тем более, тут заброшена. Ни одного жителя не осталось. И вроде как, а даже остался голем еще. Но голем, я не знаю, где сейчас голем. Может, он даже ежи все-таки и не остался. Так, значит, нам нужно сейчас по... А, нет, нам нужны сейчас вот эти блоки. Опа, так, значит. Так. Тут мы полностью... Ё-моё, у него Майнкрафт. Я сейчас сразу говорю, я не знаю, кто это. Кто это был вообще? Я без понятия, кто это. Так. Угу, так, теперь. Вот так, вот так, вот так. И теперь. Вот так, да, ребят. Я сразу говорю, я не знаю, кто это такой. Но сейчас только... Ну, я на монтаже это все... Сделал, чтобы не было видно номера. Опа. Ё-мо, у меня Я одного понять не могу, кто мне звонит. Кто это такой? Ладно. Так. Ну, примерно вот так это будет. А, вот, еще забыл. Наверное, мы сделаем. Блин, ну ладно, не, вот так. Ну, в принципе, нормально, да, смотрится. А, вот я что хотел. О, боже, ненавижу.
Есть факела, да, с собой? Да, отлично. Мы сейчас сделаем вот так, вот так и вот так. Ща. Опять ролик по выживанию будет долгий, ребята. Знаете это. Ядрить, колотить, а. Сейчас опять, да, позвоню? Все, вроде нормально. Я не знаю, кто это мне звонил. Без понятия. Я ненавижу! Мне только что опять позвонили. Меня это уже реально начинает бесить. Я только что взял руку. Я угораю. Алло! Я не могу. Боже. Они не знают, на какой номер они звонят. И говорят, алло, алло. Просто какой-то мужик. Я не знаю, кто это. Мне вопрос, мне тоже надо по всему миру сказать, что я видео снимаю? Пожалуйста, не, можно не звонить мне? Мне, наверное, надо всему миру сказать. Так, что я? Я забыл, что я ел эти пельмени. А, вспомнил. Я хотел взять лестницу, потому что это меня начинает уже бесить. Да, нам три будет даст. А, у нас были атаки. Ё-моё. Сделаем это с разных сторон. Надо будет здесь нормальный спуск, да, сделать, наверное? Я за кадром это сделаю. Так, стоп, зачем я... Так, ладно, так, как мне... Как мне тут удобно поступить, а? О, да подожди. Опа. Опа, во. Так, прекрасно. Да, прекрасно. Так, ну, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Ну и вот так вот чисто по приколу декорации. Не знаю, как это еще назвать. Ну, теперь осталось у нас нам сделать... крышу. Потом я еще нажму стоп у нас, стоп видоса, и пойду сделаю, ну, сначала добуду дерево, потом сделаю забор. Я уже бегу, и теперь мы ставим вот так вот и вот так вот. Прекрасно. Теперь вот так вот и вот так вот. Фу, это у них такие окошки, чтобы вот что-то они просматривали. Ну ладно, чтобы они... Не, ну тут не... Давайте вот так вот им сделаем. Чтобы они еще что-то так разговаривали. Тут такие, салам алейкум. Типа мы сюда догоним коров или овец. Типа, например, здесь коровы, здесь овцы. Теперь тут у них тоже надо сделать крышу. Опа, 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 прекрасно. И теперь мы сделаем, ребята, здесь. Так, во как получается, нормально, нормально. Теперь, ну, в принципе... Давайте, да, сейчас пойду за деревом и вернусь к вам. Так, вот примерно так у нас тут сейчас все получается. Я строю. Все прекрасно. И опа. Опа. Я ненавижу. Я сейчас сдохну. Нет, тут надо делать нормальный спуск. Нормальный спуск сделать, потому что так невозможно. О, прям ровненько хватило. Теперь. Сейчас, подождите. Ребята, я вернулся, и посмотрите, как я уже сделал. В принципе, уже хорошо все делается. Сейчас покажу вам. Тут надо еще все камнем вот так вот заложить и положить все плитами. Так что, ребята, сейчас мы отправляемся вместе уже с вами. И я сделал, собственно говоря, два вот таких вот спуска вверх, вниз, я не знаю, как это еще сказать. Потом я еще здесь. В общем, я собираюсь абсолютно все здесь очистить. Все здесь очистить, землю убрать. Вот это, короче, я это все буду делать за кадром. Потом в следующей серии все увидим. А сейчас отправляемся за камнем. Так, ну что ж, ребята, я опять здесь. И я, если мне этого камня сейчас тут не хватит,
Я не знаю, что я сделал. Ну, должен, да, должно хватить. Должно хватить. Опа, опа, опа. Я просто часто нажимаю стоп, чтобы ролик прям долго прям не задерживать. Опа. И теперь это все укладываем плитками. И это тоже должно нам хватить. Да, хватит. Опа. Опа-на. 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 И опа-на. Все, ребята, сарай готов. Сарай для животных. Вот такой. Ну, такой. Так, теперь мы берем вот так вот. И говорим корова му-му-му. Потому что им надо выходить. Выходим. Братья, пойдемте. Эй, мужики, вы что? Пойдемте, пойдемте. Не толпимся, не толпимся. Идем все смирно. Где третья корова? Алло. Нет, это тупая или что? А это что? Боже мой. Идите вы все сюда. А это что там, корова глухая, что ли? Короче, ребят, пошла она в жопу. Она не хочет идти. А, вон она гуляет. О-о, побежала. Корова. Давайте вот сюда, коров. Да не толпитесь вы. Так, молодцы. Опа, опа. Так, дайте его покормить. Все. Они все. И у нас появился теленок. Вон теленок. Сюда надо тоже кого-нибудь заманить. Например, как овцу. Да. Сейчас поищем овцу. Пойдем, овечка. Я тебе отвечаю. Я тебя найду. Ребята, знакомьтесь. Сейчас я вам всем скажу, кто это такие. Это раз, два, три. Три Кристины с 9 Б. А это Оля с 9 Б. Еще надо бы найти этого Олега с 10 уже Б. Это у нас Хрюндель. Так, ладно, тебя я покормлю. Все. Все, ребята, у нас появились, во-первых, новые животные. Во-вторых, сегодня у нас получилось очень много камня, очень много работы, ребята. Ну, и все. А я пока пойду в бане посижу, ребята. Не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Увидимся на следующих сериях. Спасибо вам почти за 4000 подписчиков. Спасибо вам огромное. Всем удачи. Всем пока. Ссылка на телеграм в описании. Там вся информация, как я говорил.